так, чтобы вы могли ладонями ощущать поверхность ноги. Сначала правая рука, независимо от того, правша вы или левша. Вы правую руку поднимаете на вдохе, опускаете на выдохе и так делаете до тех пор, пока оно у вас не синхронизируется, то есть пока вам не станет легко это делать. Вдыхать-выдыхать и при этом махать рукой. Прислушивайтесь к своим ощущениям, и если вам уже стало легко, если вы быстро достигли вот этой синхронности, то можете начинать обращать внимание на ощущения в момент соприкосновения, как в ноге, так и в ладони. Синхронности. Подключаем левую руку в противофазу. То есть, когда правая рука поднимается, то левая опускается и наоборот. Получаются такие лапки. Котов держал, тот знает, что коты тоже так делают. И опять же, добивайтесь синхронности, чтобы вам было легко одновременно с дыханием махать руками. Не обязательно настраиваться под ритм Яны. Да, это я так громко хикаю, чтобы вы понимали, что вести себя как дурак — это нормально. Опять же, когда легко, начинайте обращать внимание на ощущения в момент соприкосновения и в ноге, и в руках. И потом, когда вы уже достигли вот этой легкости и в замечании, и в синхронизации, убирайте правую руку, оставляйте только левую. То есть она у вас поднимается на выдохе, опускается на вдохе. Начинайте на ночь, страшно. С того места не сбились. Получается, вдох притягиваете руку, выдох отталкиваете. Опять же, когда добились устойчивой синхронности, разворачиваете руку лицом к себе, на выдохе приближаете к лицу, на вдохе отталкиваете. Смотрите в центр ладони. То есть, чтобы вы хекали на свою руку, по сути, да, когда она приближается к вам. Отлично, спасибо. Будто резинку тянете. Да. И продолжайте, вот, пока вам интересно, пока вы не заметите, что такое интересное состояние, то есть, ну, ни на что другое уже внимание не обращаете, вам относительно наплевать на то, кто еще чем занимается. И лучше всего смотреть именно в центр ладони, чтобы не отвлекаться. Бюджетная гипнотерапия. Вы терапевт, который гипнотизирует, и вы же клиент, который гипнотизирует.
вы этого достигли, возвращайте руки обратно на колено и представляете себе большой источник света перед вашим лицом, который на выдохе приближается, на вдохе отдаляется. Вот так. На этом можно закончить обзор техник, которые успокаивают, и перейти к техникам, которые наоборот